Смешение стилей, буйство красок и поток эмоций можно увидеть в творческом проекте трех молодых художниц, представивших на суд искушенной публике свои творения в галерее современного искусства «Шестой этаж». Все работы выполнены в разных техниках с различной долей реалистичности или декоративности, но объединены общим названием – графичность. Картины девушек в первую очередь – образы, наброски впечатлений и фантазий, слишком личных, чтобы свободно говорить о выраженном в них смысле. Образ, как вот в танце, создается посредством ритмичных, пластических движений линий, пятна, смены выразительных средств. Это абстрактная какая-то фантазия, где, так сказать, фантазия, раздвигающая границы вот нашего бытия в вечность, в далекие миры, в бесконечность. Художницы дают неограниченную свободу в интерпретациях. В некоторых работах можно увидеть мифологические отсылки. Другие представляют собой почти реалистические натюрморты. А некоторые картины – это автопортреты, закодированные от взглядов штрихами туши, маркерами или обрывками журнальных страниц. Просто хочется, чтобы никто сегодня не ушел без вдохновения, потому что работ очень много разных техник, очень много разных тем. Надеюсь, что каждый сможет найти что-то созвучное своему состоянию, настроению. Эта выставка – своеобразный творческий отчет художниц за последние 4 года и одновременно подведение итогов их обучения в Ивановской текстильной академии. Но такой отчет девушек радует, ведь итог – это всегда начало нового пути. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.